К высокой воде готовы, отрапортовали представители оперативных служб региона на встречу с журналистами. По результатам авиаразведки в МЧС наметили 4 участка, где необходимо произвести ледовзрывные работы. На реке Сязь заторы уже ликвидированы. На очереди Свирь, Аять и Паша. По самым пессимистичным прогнозам МЧС, в этом году в зоне подтопления могут оказаться 37 населенных пунктов. Но с учетом того, что снежного покрова практически уже нет, зима была достаточно теплая, мы не прогнозируем все-таки подтопление территорий. Надеемся, что паводок пройдет достаточно спокойно. Специалисты больше обеспокоены маловодьем. Исследования показали, в Ленинградской области упал уровень грунтовых вод. Это особенно заметно в Ломоносовском и Гатчинском районах. То, что в колодцах будет мало воды, что на полив воды будет недостаточно, это да. В Ленинградской области расположено 6 водохранилищ. Обычно в преддверии паводка воду из них сбрасывают. Но в этом году затворы, скорее всего, останутся закрыты.